Около 12 тысяч горчан примут участие в юбилейной лыжне России. Этот спортивный праздник проведут уже в 40-й раз. Традиционно любители и профессионалы лыжного спорта будут соревноваться с единомышленниками. Однако в этом году всероссийская лыжная гонка пройдет в усеченном формате из-за коронавирусных ограничений. Часть развлечений для зрителей будут недоступны. Кроме того, у болельщиков и спортсменов будут тщательно проверять медицинские документы и QR-коды. Но несмотря на ограничения, организаторы обещают устроить достойный спортивный праздник. Участникам будет за что побороться. Традиционно победители получат медали и кубок, а также сертификаты на различные спортивные услуги, покупку пиццы, пирогов и даже мороженого. Лыжня России – это как бы такое красивое название. И мне хотелось бы, чтобы было понимание, что это общенародный праздник. И чем больше народу будет к этому причастны, тем, мне кажется, само событие будет интересно. И будут получать массу удовольствия те люди, которые поймут, что это общенародный праздник.